Добрый вечер, дорогие друзья. А у меня здесь распаковочка. Я распаковала, уже вытянула все из коробки. И сейчас быстренько-быстренько пробегу, расскажу, что у меня в заказе было. И что у меня заказ от клиента, что заказала я для себя. Ну вот, начнем, значит, вот с этого. Это гиалуроновая кислота. Я ее заказала для себя. Решила попробовать. Я хочу... Ну, хочу упругости кожи. Так, биологически активная добавка к пище. Гиалуроновая кислота и натуральный витамин С. Все это упаковано было очень тщательно. А это стеклянная баночка. Она была упакована очень хорошо. Вот в такую хорошую упаковочку. Вот. Здесь 60 капсул. Так, дальше. Для себя заказала вот такой сорбент суставной, чтобы суставчики не трещали, чтобы коленочки не болели. Но у меня, я когда стала в компании Cybern Wellness работать, я принимаю много уже БАДов и витаминов, поэтому у меня уже трескотни нет. Но весна, надо как-то подкормить свои суставчики. Что же входит сюда, в эту... здесь порошок, порошок из плодов шиповника. Так, смола индийской акации, топинамбур. Ну, топинамбур у нас, и мы знаем, что он в пике, да, он есть. Тоже очень хороший порошочек. Топинамбур. Так, что еще? Что еще? Порошок из яблок здесь. Экстракт коры ивы. Вот здесь вот прям указано, как делать. Посмотрите, как делать этот напиток. Я его еще не принимала суставной. Я брала кишечник, сорбент. Но суставной еще не брала. Но коллаген, он будет насыщать, наполнять мои суставчики. Мне, я хочу. Так, далее. Далее. Кремушек с SPF 15. Так. Ага, сейчас посмотрим. Восстанавливающий крем с высококонцентрированным комплексом пре- и пробиотиком. Поддерживает баланс полезных бактерий на коже, защищая ее от воздействия внешних агрессивных факторов. Вот такой кремушек. Это у меня заказали клиенты. Вот такой крем для повышения упругости кожи вокруг глаз с растительными лептидами. Да, очень хороший. Я начала его, когда в компанию пришла, я сразу купила вот этот крем. Мне он очень нравится. Я результат увидела на своих глазах. Мне очень нравится, поэтому рекомендую, не пожалеете, если возьмете. Так. Заказик. Бальзам для тела Оэм Нома. Вот такой вот. С хондроитином, органической серой, камфорой и комплексом растительных экстрактов. 93% натуральных ингредиентов. Много его берут. И я писала в постах у себя в ВКонтакте, в Одноклассниках и в чате у себя об этом бальзаме. Очень много, подробно. И очень ценный бальзамчик, поэтому приобретайте его. Вот такие массажные масла тоже закупились. Девочки у меня заказывают. Здесь масло расслабляющее. Массажное расслабляющее. И масло тонизирующее. Ну, кому что нравится. Кто-то хочет расслабиться, кто-то хочет, наоборот, тонус мышцам придать своим, да. Я беру такой крем, я работаю с детками, я беру с ними, когда пальчиковая гимнастика, когда пальчиковый массажик мы делаем, я вот беру, работаю таким кремушком. Так, витамин D, ну, он ни туда, ни сюда, мы без него вообще не можем, да. А на постоянной основе принимаем с мужем. Давайте я вам покажу его. Какой он. Он сразу с дроппером. Смотрите. Вот он. С
сразу с пипеточкой. Все, ничего не надо, пипетку не надо, ничего не надо. Его дают деткам от нуля. Наш витамин D, в нем только масло, поэтому ничего такого вредного нет, аллергии от него и быть не может даже. Очень хороший кремушек, прошу прощения, после работы устала. Очень хороший витаминчик D. Рекомендуют всем, и маленьким, и взрослым. Так, тоже деткам золотая рыбка. Это заказ уже. Заказали. Так. Вот такие мармеладки. Натуральные, жевательные мармеладки. Я очень люблю мармеладки. Я беру с прополисом себе мармеладки. Это на заказ. Яркий вкус активной жизни. Так, а в составе сюда куркума и сочный апельсинчик. Так, селен заказала себе. У меня нахожусь у эндокринолога наблюдаю у эндокринолога, и мне ни разу ни один доктор не сказал, чтобы лучше усваивались гормоны, которые прописаны, да, и для улучшения работоспособности щитовидной железы надо обязательно принимать селен. Никто мне никогда не говорил. Вот стала работать в Siberian Wellness, стала разбираться с продукцией. И вот оказывается, вот это супер продукция. Селен обязательно должен присутствовать на столах у того, у кого проблема со щитовидной железой. О! Бабах! Так, да-дам! Фаворитка моих клиентов. Заказывают уже не одну упаковочку. Это розовый куб. Витамины для роста волос и ногтей. Что же сюда входит? Главные витамины красоты включают биотин, фолиевая кислота, витамины группы В, которые необходимы для питания и обновления кератиновой структуры волос и ногтей. Бьюти-минералы улучшают внешний вид волос и ногтей, делают их более крепкими и здоровыми. Витамин D3 и экстракт ростков сои – источник изофлавонов. Ну, такое слово. Природных биоактивных многих процессов обновления в женском организме. Принимайте один раз в день. В нем уже здесь саше, они распакованы уже все. И 30 штучек на каждый день принимать. Хорошо справляется с залысинами, хорошо справляется с сечением волос, хорошо справляется с выпадением волос. Я сама испытала уже этот неприятный недуг после ковида. Поэтому вот это вот очень хорошо мне помогло. IQ Box. Очень его люблю, потому что работа требует внимания, концентрации внимания, память требует очень много. И вот были моменты, когда я как бы уже отчаялась, потому что память уже перестала меня слушаться. Я хочу запомнить, а не запоминается. Была операция, и после наркоза было очень тяжело вот с этим мне бороться. Это очень хорошая, классная вещь, продукция. Что же сюда входит? IQ-стимулятор. Защищает клетки мозга, укрепляет память, улучшает концентрацию внимания. Источник витаминов А, Е и С. Комплекс омега-3 кислот улучшает питание клеток мозга и ускоряет его работу, активизирует умственную деятельность. Это мы с мужем пьем. Я сейчас вам покажу, что же здесь находится. Ой, боже мой, как всегда.
Вот смотрите, вот таких вот. Здесь 30 саше. Две таблеточки. Вот, пожалуйста, первая таблеточка вот это вот. Вот это вот. IQ-стимулятор, да? Ну, а это у нас комплекс омега-3 кислот. Ну, это очень хорошо. Омега-3 кислот, они же хорошо действуют и на глазки. Очень ценно. Этот IQ-бокс можно давать школьникам. Читала в отзывах и говорили клиенты, 8-летним своим деткам дают, потому что, ну, тяжело деткам, большая нагрузка, а студентам тем более надо. Так. Ну, Витамама, это мы уже все знаем, это любимый наш сиропчик со вкусом вишенки, такой вкусненький, вкусненький, натуральный, и лецитин. Мы принимаем его с мужем по утрам, 4 ложки чайных. Кто куда, кто в кашу, кто в чай, кто в творожок, кому как нравится. Деткам по 2 чайных ложечки в день. Работоспособность мозга, хорошо развивается речевой центр, тоже очень хорошо. А умственная деятельность тоже способствует умственной деятельности. С печени хорошая помощь. Ну, лецитин, она вообще всем помогает. Так, биологически активная тоже добавочка. А вот это мы себе заказали. Чай пьем с мужем. Байкал очень хороший чай. Защита печени. Так. Фиточай из диких трав. Углеводный контроль решила попробовать тоже. Так. Ну, это легкое дыхание. Очень нравится чай. Очень нравится. С кусочками яблочка. Состав в него входит липа, цветочки, кусочки яблока, мята, цветки, ромашки, душица. Ну, прям приятный чай. Утром пью и вечером его пью. Мне нравится. Так. Вот этот попробуем. Это тоже для печени. Муж пьет. Я иногда тоже пью. Ну, вот такой он. А, щетка. Ну, щетку я показывала, да? Или не показывала? И щеточка вот такая тоже. С ионами серебра тоже. Здесь очень классная щетинка. Она в труднодоступные места зубов проникает. Смотрите внимательно. Вот она такая, если видно. Вот, наверное, и все. Приходите ко мне в мой чат Telegram, подписывайтесь на мой канал YouTube, ВКонтакте вы меня найдете, в Одноклассниках. Приходите, буду ждать. Всем вам желаю сибирского здоровья, всем вам желаю быть активными, позитивными и делайте заказы. Всего хорошего!